Ребят, всем привет, на связи Макс. Я немножко нервничаю, переживаю, потому что придется пробраться в этот отель, который еще по всей видимости не сдан, на букинге показывает, он полностью забитый на любую дату, то есть по всей видимости он сдан. На входе я видел двух человек, и там один уборщик убирает. Вон, может, видели в оранжевой кепке. Вот камера стоит. Моя цель, задача, сюда проникнуть, невысокий заборчик, незаметно, и он искупнулся в том бассейнчике, сделать прикольные, крутые фоточки. Не могу раскрутить, вон меня охранник, уборщик. Идет. Не заметил, надеюсь, я так высоко стою. Прошел. Придется ползти, я думал, вот там вот. Портфель у меня. Ребята, стрёмно, конечно, даже мне, но я думаю, оно того стоит. К сожалению, не могу крепление открутить. Поступить более удобную палку. Ну ладно, тогда я стрёмно, реально, очень стрёмно. Вот, кстати, мой байк припаркованный. Тут какие-то шумные звуки. Я думал, туда проникнуть еще. Но думаю, да ладно, проникну сюда. Вопрос с обуви. Думаю, оставить ее. Оставить ее здесь. Это не, лучше с собой заберу. В случае, если убегать. А вот туда под заборщиком идет. А, тут тот же уборщик, по идее. Тот же уборщик прибирает. Ну все. Пусть прилег. Еще байк у меня есть для отхода. Будем что-то делать, ребята, а что? Жизнь одна. Если что, я придумываю легенду, что упал. По объективу какой-то насекомый. Там какие-то шумы, я пару раз убегал. Ну что, ребята, полезем. У нас уже камера. Видите? Блин. Почему это не постановочное видео? Почему? Так, проверяю. Вдалеке. Никого нет. Отель, который будет полностью забит, якобы, да, пустовать сам по себе. Поэтому тут однозначно что-то не так. Значит, он не сдан. Видимо, в этом сезоне он будет сдаваться. Ух, это подушка, думал, это человек в синем. Посмотрю еще раз. Непонятно. Не человек. Что, ребят, надо идти. Так, вроде бы все продумал. Но все про все у меня там 2-3 минуты хватит. К сожалению, минус. Никого нету, чтобы меня сфоткать. Вот с тех вот лежаков. Было бы офигенно. Ну, шумаемо-то маемо. Будем как-то выкручиваться. Смотрите, как красиво. Ну что, ребят? Поползли. Обратно пути нет. Так. Как в окопах. Число. Или профиль здесь оставить, я думаю. Может, его реально здесь оставить?
отойди, мне нужно ничего не понадобится. Я так бы убежал бы с чем бы. Особого. Да не, все нормально, должно быть. Ой, ой, сюда идет, сюда. Сюда идет. Сюда идет. Здесь буквально. Здесь. Так, ребята, я придумал нормальное оправдание. Если вдруг что, вот тут дверь, я ее открыл. Была закрыта. Поэтому если что, скажу, что... Было открыто, я зашел. Ничего не знаю. Что это такое? Портфель думаю оставить здесь. Мне он не надо будет. Ключики приготовить. Да, это и не надо. Думаю, нет. Переступил. Шум сильный. Сильный шум. Я, пожалуй, не пройду. Надеюсь, там. Время мало. Пробуем воду. Отлично, супер. Отсюда заберу и пробегу быстренько убивать. Спускаюсь. Спустился, ребята. Офигенно.
все получилось. Каплями водой не закрыл. Вот, ребят, искупнулся в бассейнчике. Супер. Сейчас быстро надо прощать. Будет включение прожать охранником, буду увидеть. Так, ребят, видите, там я залазил, сюда мне ехать. Заводимся. Чудеса. Пока. Все, ребят, все люблю, уважаю. Жизнь прекрасна, обожаю.